Практически дуплет. Прикольненько. И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы на подмосковном озерце. Вчера ездили за карасиком. Карасики нас не пожаловали. Сегодня приехали. Поехали, говорят, плотвичку ловить. Ну, поехали. Оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. Да, пейзаж такой. Ой-ой-ой. Вот вечка первая есть. Ну что, спасибо, друзья, Юрий. Спасибо, Коль. Да, отличненько. Поехали дальше. Покрупнее. Ага. Красноперая. Ну. Такая красивая, такая резвая. Какая такая же? У меня побольше. Сейчас начнем плотвами мериться. Продолжаем разговор. Ух, только закинул. Красота. А как выложила-то, подняла и потащила. Зачет. Хорошенько. Издеваюсь. Вот она, хуруск-то работает. Да. Опа! Живи пока. Хуруск работает.
Ну куда ты? По грядкам поперла. Ну, где ты там? Иди сюда. О, красотка. Балтийский залом. Хороша. Ну, вот это плотва. Вот это ботва, сказали мне. Вот это ботва. Да, это не лещ и не карась, это ботва. Ух ты. Ух ты. Красотка. Дуплет. Практически. Практически дуплет. Прикольненько. Селедка. Как из пулемета. Ну. Прям на падении лупим. Ну что, мне сказали, что здесь не клюет на опарика. Давай проверим. И проверили. И довольно неплохая плотвичка. Не хуже, чем на перловину. На что ловлю? Крючочек вот такой. 14 номер, лесочка 0,14, крючочек Овнер, загнутый в бок жалом, загибал не сам, производитель. Ну, вот такие крючочки. Да это не панацея. Я думал там какая. Тяжеленькая шла такая. Сопротивлялась. Ха. Прям в лед. Закончилась наша рыбалочка. Плотвиная. Рыбалочка осталась довольна. Даже она у меня первый раз. Вот так вот, да. Пойдем смотреть наш садочек. Ну, что там настригли? Кошмарики. Супер. Никогда я не ловил лотву. Рыбалочка моя первая. В жизни такая. Ну, хорошая тренировочка. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на канал в YouTube, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылки на группу будут под видео. До свидания.